Так, ну что, краткий отчет на сегодня, 11-е, вторник. Особых продвижений не было, все по минимуму, там максимум 1% прибавился в некоторых. Сейчас я все это озвучу обязательно. Итак, BNB 31, без изменений, то есть 31%, никаких скачков не было, как бы двигаюсь к уровню бронза. Так, а ну-ка, время... Да, таймер закончился. Сейчас обновится. Тут все, наверное, долго, да, происходит. В общем, никаких изменений не было. Наверное, дважды я играл за сегодняшний день вообще во всех проектах. То есть полдня собирал, поиграл. Полдня собирал, поиграл. И как бы ничего особенно существенного не произошло. Блин, да что так долго обновляется? Ладно, черт с ним. Переходим к Солане. Итак, Солана. Солана плюс 1%, 54 вчера. Сегодня немного удалось прокачать, 1% очень даже неплохо. При сохранении такой тенденции, я так предполагаю, что к концу месяца бронза все-таки будет. И это будет уже 20 тысяч сатоши. Будет очень даже неплохо. И следующий уровень будет уже 4 соланы. Сейчас 0.4 и будет 4 дальше. Что за автомобиль на улице такой, я не знаю, проехал. Так, хорошо. Ну и, кстати, кто знает, по достижению уровня дается 10 спинов, плюс x2 по уровню, да, будет приходить 40 тысяч, 10 спинов открутили, это будет 400, ну, то есть неплохо для старта, то есть когда я повышу уровень, приду бесплатные спины и достаточно большое количество монет. Ну, на сегодняшний день 1%, двигаюсь дальше. Дальше у нас доги. По доги изменений никаких кардинальных, да, немного здесь прибавилось по цифрам, по-моему, 3 или 4 доги добавилось, можно посмотреть вчерашний стрим, запись. Там будет видно, особых изменений не было. Ну, двигаюсь к голду, понятно, это достаточно сложно. 10 тысяч, на счету 1127, как бы худо-бедно. Ну, в предположениях моих таких вот, думаю, за 2 месяца я прокачаю до уровня голд. А там уже будет повеселее, поинтереснее. Так, следующий трон. На троне 24% без изменений особых. То есть здесь прибавилось, по-моему, около 20-22 трона. За сегодня двигаюсь к голду. Ну, в процентном соотношении изменений нет. Ну, а по сумме все-таки немного двигаюсь. Ну, 50 тысяч трона это все-таки немало. Двигаюсь также к голду. Также в расчете 2 месяца, если никаких изменений не произойдет. Ну, бывает, иногда выигрываю, да, и получается достаточно хорошо уровень прокачать. Надеюсь, что это все-таки как-нибудь произойдет. Возможно, до конца недели. Очень надеюсь. Так, следующий. Лайтпик. В лайтпике 13%. Уже который раз смотрим. Особых изменений нет. Здесь у нас по вейджеру получается 20, да, уровень голд. Ну, до голда, да, это, конечно, здорово. И там уже 12500. Ну, потихонечку двигаюсь. Потихонечку двигаюсь. Изменений как бы в процентном соотношении нет. А в, скажем так, в единицах небольшие изменения есть. И так, крайний лайтпик. В лайтпике получается плюс 1%. Да, ну-ка. Сейчас, секунду, фри спины. Да, плюс 1%. Плюс 1%. И это как бы хорошо. Это как бы очень даже неплохо. Кстати, спин можно открутить. Сколько выпадет? 300. Ну, как бы 300. А в партнерке 16 штук. Очень даже замечательно. Я даже сейчас, наверное, попробую покрутить. Фриспины обычно это... Блин, такие фриспины-то. Гейбс. Обычно я кручу в кубиках. Сейчас немного попробую повертеть. Так, обычно я ставлю где-то 34. Это вот так. Ну и где-то с 500 можно начинать. Есть. Можно сразу же поменять полярность. Нету. Есть. Меняем полярность. Можно даже пару тысяч добавить, наверное. Плюс. Полярность поменяем. Так, давайте по максимуму шарахнем. Хватит играться. 29. Ё-моё. 38. Полярность поменяем. Если сейчас выиграю, выхожу.
выиграл 48. Так, ладно, еще двушку. До полтинника дойду, и на этом, наверное, будет хватит. Не даст до двушки дойти. Блин. Вот ни в какую, блин. Знаю эту историю. Короче, ладно, слились. Ну, ничего, прокачали немного уровень. Ну, в общем, вот так вот это иногда выглядит. Полярность нужно менять почаще. Было бы повеселее. Немного прокачалось, но недостаточно. Все-таки по цифрам достаточно много. Но ничего. Я вообще не парюсь по этому поводу. То есть, монеты приходят, играешься потихонечку. Главное, что повышается уровень. Что ж, все это находится на сайте, ссылочка в описании, каждый может, заходите. Все эти проекты, я говорил уже, есть, кстати, запись на эту тему, как добавляется все на главный экран. Если вы заходите с телефона, заходите, регистрируетесь, подтверждаете почту, получаете 10 бесплатных спин-офф, откручиваете их. В углу телефона нажимаете 3 точечки и добавляете на главный экран. То есть все вот эти вот игрули у меня добавлены на главный экран, очень легко заходить, играть, никогда не шаришь там, где-то ищешь их. Так же, как и, в принципе, сайт «Каждый может» тоже добавлен у меня на главный экран телефона. Это очень удобно. Ну, как бы вот, собственно, и все. Да, был вопрос от подписчика по поводу стратегий. Я думаю, что к концу недели, если ничего не помешает, я обязательно запишу несколько вариантов стратегий, которыми я пользуюсь иногда, что позволяет на автомате прокачивать уровень, иногда вручную немножко поднабивая монет. И все-таки есть возможность автоматизировать все эти дела. Кстати, если вы поищете стримы, ну или просто записи, там есть, как я автоматизировал, я даже делал 6 вот этих вот, получается, игр, да, на одном экране, и видно в реальном времени, то есть как все это происходит, монеты прибавляются. Не всегда схема работает 100% и долго. Нужно менять полярность, нужно менять ставку, процентное соотношение. Но, тем не менее, можно прокачивать. То есть, это рабочая схема такая, недолгая. Ну вот, кстати, поначалу у меня на троне, наверное, даже где-то полдня я колбасил вот в таком вот автоматическом режиме. И около 45, там, по-моему, трона я выиграл. То есть, вот именно на автомате. Тогда я еще, конечно, все только пробовал, различные вариации. То есть, получается. Пробуйте и вы делитесь. Кстати, вот телеграм-канал с общим доступом. Можете скидывать туда свои скрины, достижения, задавать какие-то вопросы. Может, вам какой-то майнер интересный попался. Скидывайте все в группу. Почему бы и нет? Делитесь с людьми. Здесь халява же полная. Это же так классно, вот когда, вот, понимаете, играешь в казино, тебе говорят, вот тебе деньги. Ты как бы играешь, проигрываешь. Тебе говорят, не переживай, чем больше ты играешь за наши деньги и проигрываешь, тем больше мы тебе будем давать. Ну, блин, ну классно же. Участвуйте, делитесь с людьми. Те, кто понимают, пожалуйста, работайте с ним. Те, кто не понимают, оставьте их в покое, не долбите их. Это все пройдено, я уже пытался людям объяснять. Не достучаться. Те, кто понимает сразу, работайте с такими. То есть, партнерами, не знаю, задавайте мне вопросы. Кому нужен сайт, обратитесь. Вот в подобие вот этого сайта, да, я понимаю, там не супер-пупер, как бы. Но тем не менее, я сделаю вам сайт для привлечения, то есть с вашими реферальными ссылками. Это удобно, скидывайте человеку просто ссылку на свой сайт, и все. Причем скачивайте мои ролики, просто, ну, вам даже делать ничего не надо. Скачивайте свои ролики, загружайте на свои каналы. Делайте нарезки, не знаете, как монтировать, обрезать, в каких программах, спросите, я вам покажу. Я вот, допустим, монтирую все в Camtasia Studio, 7, 8, 9. Они немножко по функционалу отличаются, но тем не менее они достаточно адаптивные и простые. Так что не стесняйтесь спрашивать. Скачали у меня ролик, загрузили себе на канал, я абсолютно не против, со своими реферальными ссылочками и все. Люди смотрят, регистрируются. За месяц, два, три, пять у вас начнет расти партнерка. Вам станет интереснее. Вы начнете помогать своим партнерам. Люди, ну, людям нравится такая забота. Вам же как бы интересно, вы же смотрите это. Как бы, вы же хотите понять, как все работает, как все продвигается. Платят, не платят. То есть вам же интересно смотреть, как я это рассказываю. Проецируйте это дальше. Не умеете сами снимать, берите мои ролики. Желаю всем больших заработков, скорейших. Очень надеюсь, что голд, поскорее бы голд хотя бы на каком-то проекте. Было бы, конечно, очень здорово. Ну что ж, я желаю всем хорошего вечера, а, наверное, уже даже спокойной ночи.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Всем пока!